Облагораживание. Так, это у меня получилось так, что я привез с Украины еще один сорт. Мне говорили, будет во, а получился во. Вот, и это называли, что он якобы персиковый. Почему я говорю якобы? Потому что я этому не поверил. Получил вкусные плоды, такие мелкие. Вроде бы вкусные, вроде нету ни кисинки, ни горчинки. Но мелкие, обидно. Я взял, сделал 5 прививок вот таких вот абрикосов, самых крупных. И это называю облагораживание. Ну, буду жив. Я хвастаюсь вашими, иногда и своим похвастаюсь. Буду жив, посмотрим. Благородица нет. В этом году еще не цвело дерево. А в следующем само то. Почему? 4 из 5 уже пошли. Так, еще раз. Хотите иметь сад полностью собственный? Надо его выращивать самому. Так. Почему Валерий Константинович было минус 35, а у меня подмерзли саженцы железа? Да потому что вы их пересадили. Пересадили. Вот самая главная причина. Оно и так прикажет про это дерево калека. А у вас там было минус 35-37, оно взяло и подмерзло. Вырастите сами. Мы сейчас собираем с вами вот хлопцы гоп до кучи. Здесь должны сидеть те, кто не просто выпишет, вот они саженцы, которые на продажу, вот они, там на заднем плане. Вот этого не смог Сергея убедить. Я говорю, ну продавай ты месячное, ну для черта, ведь опять что получается. Вот, все продать не смог, а почему было часть в таком виде не продавать? Я продавал, нет, я не халтурщик, получается папа халтурщик. Сотню продал, но 1-2 вернули. Я тогда не продавал по этому. Я в такие не продаю, поэтому по почте. Приезжали за 5, за 10, за 20 километров. Максимум с этого. Это там Абакан немножко и там Минусинск немножко. Шушенская. Все. А тогда спрос был, рвали из рук вот такие. Но в случае, а я 500 рублей продавал такие. Я говорю, позируй, я тебе рекламу сделаю. Пожалуйста, сфотографируй, а продавать не буду. И так до сих пор ни один не продал. А вот питомник был сделан, вот Майя сделала эту фотографию. Вот он так выглядел. Смотрите, внимание, видели? Сколько времени прошло? Вот конец марта, начало мая. 1,5 месяца прошло, ровно 1,5 месяца. Вот он сейчас так выглядит. А вот эти вот здесь остался навсегда, видите? Вот это дерево было тут привито, выросло, соседи были все проданы. А теперь оно маточное дерево. Если обратите внимание, отрезано, 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 отрезано. Это уже маточное дерево. Уже, кстати, и цветет. Вот это и есть Железовская школа. Это так называемый питомник. Потом кочующий питомник вытесняется. На дальнем плане плохо видно, вон они постоянные. Вот один постоянно, второй вытесняется. Дальше мы должны были приехать за тот забор. Нам сказали еще лет 7 назад, 50 тысяч за сутку. Этот мы за 500 000 купили. Этого дома не было. Вот. А там дальше сказали 10 соток, еще 500 000, без ничего. Вот так грустно.